尊敬的康斯坦丁·伊万诺夫校长，尊敬的布拉基米尔·盖杰先生，各位老师、同学们，大家下午好。Уважаемый господин ректор Константин Иванов, уважаемый господин Владимир Гадей, уважаемые коллеги, дорогие студенты и школьники, добрый день. 很荣幸有机会来到俄罗斯北方之都圣彼得堡，在座的各位嘉宾相聚在美丽的涅瓦河畔，共同参加吉林省文化周，相约涅瓦河畔，共吟文学经典、中俄经典诗歌朗诵会。在这里，我仅代表吉林文化周代表团，向长春大学和玻璃海国立技术大学的朗诵会筹备过程中付出的艰辛努力表示感谢，向各位嘉宾、老师和同学们的到来表示热烈的欢迎，向热爱中俄诗歌艺术的朗诵者表示崇高的敬意。Очень рад и считаю большой честью побывать в северной столице России, в городе Санкт-Петербурге, и встретиться со всеми гостями и друзьями на берегу прекрасной реки Невы. Для участия в мероприятии «Узнаем Китай. Путешествие по России» 2017 года. Фестиваль исполнения русских китайских стихов в рамках культурной недели правителей Сили в России. Пользуясь случаем, позвольте мне от имени делегации культурной недели правителей Сили выразить огромную благодарность всем сотрудникам Партийского государственного технического университета Баймен и Чанчунского университета за тщательную подготовку и приложенные усилия к этому мероприятию. Поприветствовать всех гостей, преподавателей и студентов за интерес и поддержку нашего мероприятия. А также поблагодарить всех участников сегодняшнего фестиваля за исполнение русских и китайских стихов. 诗歌是一种极高的文学表现形式，是最富于想象力的，最能反映一个民族的时代脉搏、思想变革的文学工具。中俄和俄罗斯均是盛产诗歌的国家，中华五千年历史孕育了无数卓越的诗人，他们为我们留下了灿若星辰、瑰丽多姿的优美诗篇。俄罗斯也是热爱诗歌的民族，有人这样形容俄罗斯：诗人何其多，一片树叶两人歌。从中可以看出俄罗斯人民喜爱诗歌的程度。此次文吉林文化周选择以诗歌为中俄文化交流的切入点，就是看中了诗歌在不同文化背景下所具有的共融性，以诗歌人物，以诗歌激情，以诗歌为人文交流的字典，互相借鉴，既搭建了增进人民友谊的桥梁，又进行了民心相通的纽带。Поэзия как достаточно высокая литературная форма предоставляет собой инструмент литературного творчества, который полон воображения и отражает перемены эпох и идеологии нации. Китай и Россия – страны, богатые своей уникальной поэзией. 50-летняя история китайской нации воспитала множество талантливейших поэтов, которые оставили человечеству многочисленные блестящие, как жемчужины и звезды, и отличные стихотворные произведения. Россия также имеет свою давнюю традицию любви к стихам. Есть такие слова о русской поэзии. В России столько поэтов, что они как на одном листе две поющих птицы. Отсюда мы видим степени любви русского народа к стихам. 作为语言交流合作的申请者，长春大学一直致力于语言的平等交流和互相沟通。学校在积极推动俄语教学发展和俄罗斯文化普及的同时，与俄罗斯高校共建孔子学院，支持俄高校开设汉语言专业和对中国文化的推广。Чанчунский университет постоянно реализует принцип равноправного обмена языками и языковой взаимосвязи. Университет активно способствует развитию русского языка и популяризирует русскую культуру, развивая одновременно с российским вузом Институт Конфуция. Чанчунский университет поддерживает вузы-партнеры в России, открывающие подготовку по китайскому языку и популяризирующие китайскую культуру. 长春大学和玻璃地海国立技术大学是中俄教育人文交流合作的实践者，
在中国两国科技合作及其人才培养领域率先开展教育合作，创办了中国两国教育部第一批工科领域的中俄本科城市的教学，培养了大批在机电、机械人、航天技术领域的高精通俄语又掌握先进 技术的人才，有力推动了两国教育国际化进程，提高了双方院校的办学水平和国际影响力。В то же время Чанчунский университет и Баденский государственный технический университет пошли вперед в развитии сотрудничества в образовательной и гуманитарной области между российским и китайским вузом и впервые создали совместные образовательные проекты, одобренные министерствами образования КНР и РФ, и впервые начали совместную подготовку технических кадров, знающих русский язык и технику, которые особо нуждаются в расширении научно-технического сотрудничества между Россией и Китаем в области механики, электротехники, робототехники и аэротехники, тем самым не только эффективно продвинули прогресс интернационализации двух вузов, но и повысили международную влиятельность двух вузов. 今天我们在这里以诗歌为媒，就让我们带着对经典诗歌的虔诚，歌手那份纯净，用隽永流畅的文字感悟诗歌的真谛，充分展示中国经典诗歌最精彩的绚烂华章。最后，预祝香烟地尔河畔共吟文学经典中俄诗歌朗诵会圆满成功！谢谢大家。Дорогие студенты и школьники, сегодня давайте своим исполнением покажем блеск.Шедевра русской и китайской поэзии, сохраняя нашу глубокую любовь к классикам, чувствуя сердечную чистоту поэта, восстанавливая свободу и глубину русских и китайских стихов. Удачи всем исполнителям и успехов фестивалю исполнения русских и китайских стихов. Спасибо за внимание!